Сотрудники компании «Газпром Трансгаз Томск» поздравили с Новым годом воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Луч». Сейчас помощь там оказывают 30 детям из Северска, Ленинского и Советского районов Томска. Этот центр – один из немногих, из многих учреждений, которые поддерживает компания в рамках шефской помощи. Пока воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Луч» готовятся к новогоднему празднику, соседняя комната заполняется подарками. Настольные игры, куклы, коляска. Обо всех этих игрушках дети даже пока и не догадываются. Перед ними сейчас стоит сложная задача – справиться со всеми испытаниями Бабы-Яги, чтобы освободить от колдовства Дед Мороза и Снегурочку. Легкие, пушистые, с неба прилетели к нам. После всех игр, спетых песенок и танцев, наконец, появляется долгожданный волшебник и его внучка. С помощью магии зажигают елочку. Затем Дедушка Мороз слушает стихи, которые специально к его приходу выучили дети. Ставим туда холод. Здравствуй, здравствуй, Новый год! За старания вознаграждение, конфеты и те самые подарки. Их в детский центр привезли сотрудники «Газпром Трансгаз Томск». В компании 25 филиалов, и у каждого есть свои подшефные учреждения. Филиал управления материально-технического снабжения и комплектации помогает детям «Луча» и Могочинской церковной школы. У нас это уже такая традиция, устоявшаяся, добрая, положительная, что поздравляем детей этим с праздниками. В прошлом году сотрудники компании вместе с детьми из центра ездили в новосибирский питомник ездовых собак. Катались на упряжках, побывали в юрте, провели пикник на открытом воздухе. Но тогда маленькие воспитанники поехать не смогли. Поэтому в этот раз праздник решили провести в самом центре, чтобы поучаствовать смогли все. Получаешь удовольствие, когда видишь в глазах детей радость, это неподдельные эмоции, когда Дед Мороза спрятали, и ребенок на весь зал. Это очень здорово, когда, ну, это действительно искренне все. В центре «Луч» проходит реабилитацию дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Порой им не хватает обычного внимания со стороны взрослых. Мы стараемся по максимуму дать детям и творческих, и тактильных, и всяческих отношений детей и взрослых. Показать, что есть взрослые, которые уважают, любят и всегда поддержат ребятишек. Вернуться вновь в центр сотрудники «Газпрома» уже совсем скоро. Хотят поздравить мальчишек и девчонок с 23 февраля и 8 марта. Алена Малышева, Андрей Никифоров, «Вести Томск».